Кыргызстан көне кала. Көне өргөн. Эч ким өлтүр келет? Узакко. Чегара коймай да артык. Өлтүрө алмайт. Туркменлер. Жасымырым Худалыкка кор болуп. Кызыл жүзүм запыранда. Каракалпакия. Автономная республика в Узбекистане, центр пустыни. Из-за высыхания Аральского моря в зоне экологического бедствия оказались города, поселки и более 800 археологических памятников. В Нукусе, в столице Каракалпакии, находится один из самых удивительных музеев мира – музей имени Игоря Витальевича Савицкого. С Игорем Савицким мы встретились на съемках одного из моих фильмов. В Нукусе, провинциальном и жарком городке, в то время были музыкальный театр драмы, несколько рыбожарок, один кинотеатр, маленький музей. Я, конечно, пошел в музей. В нескольких больших комнатах на стенах висели картины. И прямо на полу были разложены изделия народных мастеров. Вдруг из глубины музея появляется худощавый человек с горящим взглядом. И представляется, я директор музея Игорь Савицкий. И начинает рассказывать о картинах, называет незнакомые имена. Потом он меня повел в подвал, в проходах, в каких-то каморках, на стеллажах стояли картины в подрамниках. Я, выросший на шишкинских мишках в лесу, и на репинских бурлаках был просто потрясен. Савицкий говорил много и увлеченно. Все время старался заглянуть мне в глаза. Мне тогда было 30, ему чуть более 50. И мне он показался стариком. До сих пор жалею, что мы не сфотографировались на память. Я уходил из музея, даже не предполагал, что снова встречусь с Игорем Савицким в небольшом зале киноархива. Я очень хочу понять, как и почему этот самобытный художник пожертвовал своей жизнью ради поисков и спасения картин тех художников, которых он считал более талантливыми, более мастеровитыми. Везет в пустыню работы. Кому это нужно? Кто это увидит? Он не спрятал, он сохранил их. И Третьяковка, и наш музей, мы все хотим это показывать. Он все время мечтал найти клад и построить музей. Мы приносили работы, эскизы. Кого ругал, кого хвалил. И появился человек с бумажкой. Говорит, директор музея, вот бумажка я возьму, даже не бланк, просто бумажка. Что если ты что-то отдашь из этого музея, ты не моя дочь. Ты не должна подписывать ни один документ. Дайте ему 3 миллиона рублей. Он просил 1 миллион, я говорю, 3 миллиона дайте ему. Весь музей фактически это плод его страсти. Энергия этой страсти, она могла убеждать. В некотором царстве, в одном государстве, в белокаменном городе Киеве, в августе 1915 года родился мальчик, и нарекли его именем Игорь, наверное, в честь героя слова о полку Игореве. За окнами бушевала Первая мировая война,
немцы оккупировали Львов, но в доме юриста Виталия Савицкого царили покой и счастье. Любимцы семьи часто наряжали девочкой, повязывали бант. Благодаря парижской гувернантке мальчуган свободно изъяснялся по-французски, он прекрасно рисовал, был смышлен и ловок. Видно, коктейль из русской, польской и еврейской крови оказался на редкость удачным. Война и слабость власти сделали свое дело. Правящий режим в России стал немощным. Партийная группировка Ленина руками Красной Гвардии совершила Октябрьский переворот. Было провозглашено: грабь награбленное, кто был ничем, тот станет всем. Бедные отнимали все нажитое у богатых и убивали их. Во время Красного террора был расстрелян дед Игоря Савицкого, ученый словец с мировым именем Тимофей Флоринский. Савицким на Украине пришили ярлык врагов народа. Семья была вынуждена уехать. Решили направиться в Москву и по возможности затеряться в большом городе, надеясь на помощь дальних родственников. Игорь Савицкий рано потерял родителей. Всеобщий трудовой энтузиазм сталинских пятилеток ему был чужд. Он просто хотел выжить. Скрыв свое дворянское происхождение, он устроился чернорабочим. При заводе «Серп и молот» было фабричное училище. Параллельная учеба помогла ему получить профессию электроустановщика. Однако из своего скудного заработка Игорь умудрялся находить рубли и копейки, чтобы оплачивать частные уроки. Через всю Москву он ездил в мастерские художников Рувима Мазеля и Елены Сахновской. Рабочий парень с первого раза поступил в Суриковский художественный институт. Так киевский мальчик с девчачьим бантом проявил характер и добился своего. Младенцем Игорь Савицкий пережил Первую мировую войну. А тут нагрянула и вторая. Снова немцы, но уже не подо Львовом, а под Москвой. Сталин подтягивал дивизии с Сибири и Дальнего Востока. Простой народ драпал кто куда. В ходу были русское слово «беженцы» и иностранная эвакуация. В октябре 41-го Суриковский институт погрузился в вагоны и долгие две недели добирался до Средней Азии, в древний Самарканд. Как радовались суриковцы обжигающему азиатскому солнцу, хотя и жили впроголодь в крохотных кельях медресе. Подрабатывали, как могли, на базарах, рисовали на кусках картона дыни, виноград, лепешки и портреты местных жителей. С учителями Игорю Савицкому несказанно повезло. Роберт Фальк, Николай Ульянов, Лев Крамаренко, Константин Истомин – это были настоящие мастера. Истомин, оказывается, был очень таким строгим преподавателем. И он стоял, например, за спиной у студента и говорил: «Куда ты полез? Не тот ты цвет взял. Мирволь надо было брать». И студенты говорили: «Если вот он говорил такие вещи, студенты, это как похвала была для студента». Я когда Игорь Витальевичу рассказал, он говорит: «Я чего-то этого никогда не помню, не слышу». Я с давних пор как-то мечтал о Средней Азии,
еще участок во время войны был в Самарканде. А в 50-м году мне предложили поехать в археологическую этнографическую экспедицию Толстого. Ну и вот я попал в Каракалпакию и как-то с ней сжился. Конечно, непривычные, скуластые люди, азиатский пейзаж, совсем особый уклад жизни поразили молодого художника. С раннего утра, взяв с собой флягу с водой, нацепив на голову мокрый платок, он шел в раскопы. Чертил планировки развалин, дворцов с гаремами, зарисовывал предметы старины, которые удавалось извлечь из земли. Но в душе, кажется, Савицкий был одинок. Московские друзья осуждали, зачем оставил жену, квартиру, мастерскую на Арбате. Отказался от комфортной жизни и уехал к черту на куличики, в какую-то Каракалпакию, название которой и не выговоришь. А впереди старость и болезни. А может, он убежал в пустыню от своей судьбы? За Игорем Савицким все еще тянулся шлейф члена семьи врага народа. Молодым и здоровым его целую неделю продержали чекисты в каменном мешке Лубянки. Своему другу и лечащему врачу, уже тяжко больной, Игорь Витальевич признался, что на Лубянке ему отбили все, что только можно было отбить. Даже голос стал звучать по-другому. Совсем недавно доктор рассказал кому-то о пытках, которые пришлось вынести Савицкому. Кто-то разместил историю в паутине интернета, а кто-то другой взял и убрал оттуда рассказ доктора. Убрал навсегда. То, что он фантастическим образом по транзиту Киев-Москва-Нукус оказался вот в этом месте. Как он оказался там? Почему? Что им двигало? То ли романтика дальних дорог и южного неба, то ли бегство из опасного центра, опасного какими-то репрессиями. А все-таки хорошо было нашему герою в далекой от Москвы стране, где плодородная земля помещается буквально на носовом платке, а остальную территорию занимают песчаные или каменистые пустыни. Савицкий говорил местным художникам: «Я никогда не думал, что ваши пески так нежны и красивы». И он хотел поддержать и каракалпакское искусство, чтобы в это время Саипов работал, там очень хорошо работал, хороший художник, он погиб потом. На самом деле Савицкий хотел создать движение каракалпакского искусства, хотел, чтобы возникло какое-то новое начало. Великий поэт Расул Гамзатов писал: «Маленькие народы должны иметь большие кинжалы». Но у каракалпаков нет больших кинжалов, зато у них большая душа. Через много лет Савицкий напишет: «Маленький народ, живший на задворках России, в пасынках у хивинских ханов, изгнанный из плодородных оазисов, не озлобился, не зачерствел, и в наши дни в зимнюю стужу кладет с собой под одеяло ягнят и верблюжат». Вот эти украшения, вот этот наряд, первым, кто стал собирать, это был Игорь Витальевич Савицкий, потому что до него никто не собирал каракалпакское народное искусство. Прошел всю Каракалпакию пешком, как говорится, собирал и в юртах, и там, где только он не находил, и ковры потрясающие, и ювелирные украшения. До этого считалось, что украшения, которые здесь носят люди, они пришли или из Туркмении, или из Казахстана, или из Узбекистана. И никто не знал, что существует каракалпакская целая школа, своя линия. Мы находимся в центре Каракалпаки, город Нукус.
А вы откуда, Швейцария? А вот здесь музей Савицкого. Вы знали Савицкого, Игоря Витальевича? Конечно, он же москвич жил. Ну, конечно, да. Он как художник, вот это же есть, как это называется? Леонардо да Винчи, как он. Вот такой он сказал, да? Видите, да? Он как такой. Примерно такой. Ну, такое образование, такое, такое смотрение, мировоззрение. Как кто? Как да Винчи. Советский фактически здесь и не жил, откровенно признаться. Он жил в музее, в хранилище фактически жил. Там еще такой был стол, тоже сталинских таких времен. Вот красивый пейзаж, между прочим. Вот это, да. Это, понимаете, в Куньяур-Генче. Вот как раз мы туда поехали, и было вечером, вот эти вот колючки, снопы. Это вот как раз. Скажите вот пальцем, где? Вот. Он все делал сам. Он сам стирал и сам гладил. Конечно, был оптимист. Он еще всегда говорил, вот придет время, к нам специально будут люди приезжать со всего мира, чтобы посмотреть наш музей. Я просто считаю, Игорь Витальевич еще сделал правильный выбор, что он назначил своим преемником Маринику Маратовну. Это, если бы не она, то, я думаю, давным-давно бы наш музей раздербанили, растащили. Получилось так, что он больше дружил с моими родителями и был откровенен, в частности, больше с моей мамой, которая была тоже москвичка. А отец, судьба моего отца была очень близка его судьбе. Оба из семей репрессированных, и, видимо, вот это вот трудное прошлое, оно как-то подталкивало к более близкому общению. Человеком Игорь Савицкий был в высшей мере порядочным, бессеребренником. Я помню, с большим трудом, когда я работал, ну, квартирные вопросы и сейчас трудные, но тогда добились ему квартиры. Но в этой квартире жили приезжие сотрудники музея или командировочные, кто приезжал по разным делам в музей. А Игорь Савицкий сам здесь, в этом здании, спал на столе. Сегодня бесконечно рады и счастливы приветствовать вас, посланцев древнего, но вечно юного и прекрасного Хорезма на нашей Каракалпакской земле. Я не видел многих вещей, которые Савицкий собирал. Я верил ему. Я не думал, что он проходимец. Потому что он собирал эти образцы. Некоторые хорошие образцы ко мне привозили в кабинет. Мы смотрели, удивлялись. Даже не знакомый, я каракалпак коренной. Родился я на берегу Аральского моря, Термимбесе. Я говорю, Игорь Витальевич, если вы соберете, организуете музей, я деньги жалеть не буду. Игорь Витальевич Савицкий менен бирге 1928. С Игорем Витальевичем Савицким мы работали с 29 августа 1953 года. Мы с ним объездили самые далекие кишлаки. По 2,5 месяца не бывали дома. Для него не существовали ни день, ни ночь. Он работал сам и других увлекал поисками ковров, украшений и национальной одежды.
Однажды я принесла красивый маленький старинный пояс, который сегодня у нас в экспозиции. Игорь Витальевич в это время обедал. Увидев пояс, он так обрадовался, что даже перестал есть. Айгуль говорит: «Вы принесли уникальную вещь, красоты необыкновенной». А я говорю ему: «Игорь Витальевич, очень дорого просят за этот пояс. 400 хотят». «400 рублей?» – закричал Савицкий. «Да это совсем дешево». У краснокожих очень развита была чеканка. И его чеканка такая глубокая, которая создает часто просто рельеф, только как скульптура. И потом краснокожские вещи не очень женственные. Вот такие вот бахрома из цепочек, вот как здесь, или вот, скажем, как вот в этих хайкелях, где как будто бы такая массивная часть сочетается вот с такой прозрачной бахромой, это придает им какое-то очень своеобразное, какое-то своеобразное решение. Имя Савицкого зазвучало, но он еще не был директором тогда. Еще музея не было. Была попытка придавить Савицкого. Им надо было деньги зарабатывать, им не надо было никакого музея. И нужно было защитить. Приняли, что нужно поддержать Савицкого в его работе в филиале Академии в плане и художника, и собирателя народного краснокожевского искусства. И люди бегали, ко мне прибегали, показывали бумажку, говорили: «Ходит какой-то человек весь в подрамниках, в каких-то работах, его самого не видно, видно только картины, и он их тащит на вокзал и увозит в Нукус. Кто это такой?» Я говорю: «Замечательный человек, прекрасный собиратель искусства». Потому что Савицкий собирал работы по критериям художественности. Он хотел найти художественное начало. Об этом всегда говорили старые мастера. Качество. Качество в смысле художественное качество. Позиция внутренняя. Это и человеческое качество. Это и художественное качество. Это качество материала. Качество, как этот материал трактуется. Отношение к жизни. Мы приносили работы, эскизы. Кого ругал, кого хвалил. И вот против... А он все время, бедный, каждую субботу что-нибудь сварит, что-нибудь сожарит. И мы сидим там, это, а водку не пьем, все время рисуем. И 65 через год, говорит: «Давай, Желдос, собирайся, мы будем музей делать». Ему выделили на первом этаже 7 комнат. Из Краснокожевского музея отняли у них 7 комнат. В этих комнатах вы будете делать экспозицию. Вначале у нас очень мало было комнат. И мы не думали, что у нас получится такой большой музей, который прославится на весь мир. Как раз в то время открыли персональную выставку Волкова. Наши педагоги запретили туда ходить. Вы, говорит, испортитесь. Это левое искусство, ненужное искусство. Говорят, запретные яблоки слаще, побежали туда. А там ходит Савицкий. Я тогда не знал, вот говорят, что этот краснокожевский художник ходит, восхищается. Это, говорит, вторичное открытие. Открытие наших русских, узбекских художников. Это новый век катится. Надо жечь эти работы. Зачем портить нашу молодежь такой дрянью? А он говорит: «А я, говорит, специально для них построю музей». Тогда говорит: «Я построю музей, я заберу к себе». Никто не берет. Ну, какой шупник старик говорит. Вот он первый стал собирать в 30-е годы. Никто здесь не собирал. Здесь уже стали собирать 20-е годы. А до 30-х не доходили. И Костаки до этого не дошел. Он говорил: «В 30-м году все кончилось». Вот масса работ Волкова и многих других художников, которые после 20-х лет продолжали работать в поисках новых каких-то форм выражения жизни. Их отношение было искреннее, выражение
радости самой жизни и ее переустройства. В живописи расцветали новые формы, смелые направления. Тут же группа реалистов обеспокоилась и образовала Ассоциацию художников революционной России, сокращенно АХР. В известном призыве Ленина «Искусство должно быть понято массами» революционные художники добавили всего одну букву, но фраза приобрела другой смысл. «Искусство должно быть понятно массам». По указанию свыше, тысячи работ неугодных художников были сожжены. Кончилось время романтики и вседозволенности, в стране была введена цензура. Кандинский, Шагал уехали за границу. Те, кто не уехал, сидели дома, некоторые вели дневники. Валентин Юстицкий, сын юриста, учился живописи в Париже. За создание общества свободных художников арестован и на 10 лет отправлен в лагеря. Работал поваром, возчиком, заведующим баней. После получения инвалидности переведен в лагерную художественную мастерскую. Михаил Курзин за высказывание против Сталина и уродливое изображение советского человека получил 8 лет лагерей. После отбытия наказания на Колыме проживал в Бухаре без права выезда. Тайком приехал в Ташкент за холстами и красками. По воле бдительного стукача коллеги отсидел еще 6 долгих годочков. Михаил Гайдукевич родился в крестьянской семье. Увлеченный романтикой революции, воевал в рядах Красной Армии. Работал в музее народоведения, преподавал. По клеветническому доносу арестован и расстрелян. Владимир Тимирев, сын морского офицера и Анны Тимиревой, гражданской жены адмирала Колчака, признал себя виновным в контрреволюционной деятельности. В документе после даты приговора и расстрела указано, считал бы правильным сообщить матери о крупозном воспалении легких. Владимир Комаровский родился в семье графа. Образование получил в Императорской академии художеств в Петербурге и во Франции. Расписывал иконостасы, преподавал рисование в школе. Арестован как участник контрреволюционной монархической организации церковников. Расстрелян на Бутовском полигоне. Это искусство погибало здесь, в Москве, потому что этих художников, лучших художников 20-х и 30-х годов особенно, их выбрасывали на улицу. Вот умирает художник, выбрасывают работы из дома художника на улицу. Кто-то нашел, кто-то куда-то, потом одного нашли, другого не нашли. Он покупал буквально по 300, 400, 500 работ художников, то, что оставалось. Но он оплачивал это все людям, которые отдавали работы. Этим он спасал и жизнь людей, которые содержали эти работы и поддерживали этих лучших художников. Это он спасал само искусство, которое гибло. Потому что если посмотреть книги Савицкого, то вы увидите там десятки художников, которых здесь ни в одном музее сначала и не было никого, абсолютно. И нигде их не было. Некоторые имена вообще невозможно было даже произносить, не то что там оформлять в музейной документации. Художница Боровая, которая была репрессирована, и у нас есть ее серия лагерных работ. Савицкая приобретает у нее ее лагерные рисунки, платит ей деньги. Была закупочная комиссия, и он представлял закупочной комиссии эти работы как фашистские концлагеря.
А потом уже вот на ухо мне тихонько сказал, что это вообще-то сталинские концлагеря. Вот я в очередной раз вернулся к могиле отца. Если Гоген ехал на Таити, то Волкову не надо было на Таити. Он родился на своем Таити в Узбекистане. Если итальянский футуризм был связан с новой техникой, то на Востоке не было таких, особенно у Волкова, увлечения техническим авангардом, как говорится, современным. Он ездил, преподавал в Старый Город, ему была выдана лошадь, бумага и краски. Он приезжал в Старый Город, на базар, детям раздавал бумагу и краски, они рисовали. А потом он собирал эти бумаги, рассматривал и снова приезжал. В 46-м году на съезде художников в Узбекистан приехал Герасимов, есть стенограмма этого выступления, и говорит: ну что Волков все экспериментирует, ищет, он же мой ровесник, ему уже за 60. Ну хоть одну картинку можно было за 60 лет нарисовать. В зале аплодисменты одобрительные. Узбекский художник, который знает Волкова прекрасно. Да. Он прожил, потому что он преподавал в училище. У него была зарплата педагога, ну, маленькая, но была. И, конечно, самоотверженная работа нашей мамы, которая была учителем в школе, ее зарплата очень часто нас поддерживала. Я очень горжусь тем, что первая работа, которая по реестру в Карколпакском музее, это работа Волкова. Потому что брат дал эту работу, после этого вдовы там Курзина и Устамомина стали давать работы. Потому что они говорили, пока Волик Волков не даст отца, мы никому ничего не даем. Это художники, которые думали о том, что они своим искусством открывают какое-то новое видение мира. Они ищут чего-то в жизни, чего они не знали, и что не знали художники до них, что есть высшая истина, которой надо служить.
Мы здесь в фонде живописи. Это один из основных отделов нашего музея. И здесь хранится около 3000 произведений разных художников. Из них лишь небольшая часть находится в экспозиции. Остальное хранится здесь у нас на стеллажах. И мы надеемся, что когда нам построят музей, мы сможем все же много еще показать народу. Давал такие листочки, на которых писал, что я директор музея Игорь Витальевич Савицкий, беру вашу работу с тем, чтобы оплатить потом за эту работу нужную сумму, которую вы хотите. Расписка дана настоящая Разубаеву Дамиру в том, что у него взято для Госмузея искусств два альбома автолитографии Павла Кузнецова, которые будут возвращены музеем Д. Розыбаев. Но у Савицкого он обладал потрясающим даром, нюхом, он все узнавал. Все узнавал, как вот кот, который чует где-то. Мышь, понимаете, невероятный у него дар в этом плане был. Он появился у меня в мастерской, в другой мастерской на Инженерной улице в 65-м году. У меня висело три Курзина. Снимает работы со стены и со словами: «Это должно быть в музее», уходит. Я перед этим человеком, я преклоняюсь, потому что это путник, который создавал как бы из крупинок, из истории развития, или там, скажем, вот этот душ, который оставляли на холсте, в скульптуре, там, каких-то эпохах, он все собирал. И как раз я сидел в мастерской, это жара была. Он сказал: «Можно к вам?» У него такой голос был, такой весь ушедший вот изнутри. «Игорь Витальевич, пожалуйста, проходите, я зеленый чай сделал ему, приготовил и угостил». И у него на плечах, там я не знаю сколько килограмм работы, холсты уже. «Уже я за это к вам, у меня две просьбы есть», говорит. Поэтому, пожалуйста, рассказывай. Уже фундамент, который уже было заложено под музей, уже трава растет, говорит. Уже скоро верблюды будут кушать, есть. Это. Почему до сих пор без внимания остается мой музей? Не знаю, где хранить столько работ. А что я должен сделать? Вы можете кому-нибудь сказать. Он ко мне пришел, когда вот, ну, в одни из первых раз. «Слушай, Серго, ты не так рисуешь, вы не так рисуете тополь». И мне показывает, как надо рисовать. Вот я тебе скажу, берешь вот так вот, вертикально проводишь линию, потом вот так берешь, вот так, смотри, раз. Да, конечно, ему помогало Министерство культуры СССР немножко, Министерство культуры Узбекистана, значит, какие-то музеи ему помогали. Но вы же понимаете, что собрать такую коллекцию, это нужно было просто такое подвижничество. Он всю зарплату свою, он, маленькая зарплата была, он ее всю тоже тратил на то, чтобы приобретать вот это все. И этот объект был построен, он утвержден был в 89-м году, а построили мы его в 2003-м. Сейчас вот если посмотреть по генплану, вот это существующее здание музея, а вот таких два блока мы делаем. То есть делаем как вот национальный прием такой, кош двойной, вот такой, как ворот такие двойные. Два одинаковых блока, а в середине фондохранилище. Сегодня вот новый директор, кстати, это воспитанница Савицкого, Мариника Маратовна Бабаназарова, уникальная тоже женщина, вот он ее воспитал, она фанатично относится к его коллекции, сохраняет, умножает ее, и она сделала очень многое для популяризации музея. The goals and objectives of the fund are development and implementation of the charity activity in Uzbekistan through organizing the programs of the social support. Она сделала этот музей всемирно известным. Вот друзья музея, они существуют в Голландии, они помогают очень ей. Она охраняет эту коллекцию всю и приумножает ее. Конечно, там тесно, там всего выставлено 3%
всей коллекции, которую он собрал. 3%. Коллекция нашего музея насчитывает более 86 тысяч экспонатов. Вот, например, картина Соломона Некритина. Его картины хранятся в Костакиса в Салониках, в музее Гугенхайма в Нью-Йорке. А вот Тарасов, вот, слава богу. Так, ну, правда, не из лучших. А, вот Поманский. Сейчас. Автопортрет, написанный в 26-м году. Волков, кто еще? Шевченко, Уфимцев тот же. Танцыбаев есть, который вот лежит, вот ждет своего часа. Тут либо, значит, проблема чисто техническая, вот не хватает нам дерева и рамок, и багетов, чтобы это оформить, либо это реставрационные проблемы, нужно отреставрировать и шедевр вернуть к жизни. Показали впервые на выставке отреставрированных произведений, соответствующие вот там вот в нашем крыле выставочном. Портрет мамы моей. Чудо, у нас, кстати, нет. А вот Лысенко у нас. Да. Здесь 4 работы, одна еще в плохом состоянии. Раскопали мы все-таки о нем данные. МВД нам помогли. За что его осудили, статью все прислали. Вот. И нашла я его дом. Где он жил все-таки? Так, знаете где? Ташми старая. Вам в Ташкенте все-таки? В Ташкенте у сестры. Нашла соседей, которые его помнят, когда он сапожничал. Вот старый Ташкент. Василий Лысенко ходил по этому переулку, прятался от милиции, от КГБ, жил под чужим именем. И там в доме был подвал, когда приходили чужие люди, он в этот подвал ложился, там только лежать можно. Здравствуйте, я из Нукуса приехал. Была у вас как-то директор музея Нукусского, она вот Василия Лысенко с виды искала. Но это был один, это потом разделили. Это один вход был просто здесь, поэтому. Ну, два дома уже... было, да? Ой, какой дом? Тут комнатюшка. Вообще, и там комнатюшка. Один вход раньше был. Соседи не знали, что он был художником, и для них это было открытие. И когда я стала говорить, что нет, он был художником, вот у нас адрес, вот у нас переводы, по которым сестра получила деньги от Савицкого, нашего покойного директора. Вероятно, Лысенко действительно оказался в психиатрической больнице, потому что, как говорят соседи, он потом исчез. Но он не умирал. И исчез, возможно, он и в больнице умер, и сестре нужны были деньги, она говорила, на лечение. Но что случилось с ним, мы так до сих пор и не знаем. Иностранцы около этой картины толпятся всегда. Да. У них шок. Вот у нас вчера был посол в США со своей делегацией. Mm-hmm. Они говорят, это правда, что это у вас самая дорогая картина?
человек абсолютный бессеребренник, не имевший двух комплектов белья постельного на смену, живший в крайне спартанской обстановке. Но все это ему и не нужно было. Это все представляет собой колоссальную ценность, колоссальную ценность. И, конечно, этот музей должен был бы широко показывать свои коллекции и у себя в стране, и в других бывших республиках Советского Союза. Это было бы очень ценно, очень ценно. Я помню, 5 суток почти что не спал, потому что это нужно было все делать очень срочно. Вот, и всегда это очень сложно делать экспозицию. Но зато ощущаешь какую-то радость, результат. Поэтому помните, вопрос такой личный. Если человек находит в этом свое удовлетворение, свою какую-то видит в этом смысл своей жизни, тогда и все идет очень просто. Приезжает реставратор монет из Москвы, и Савицкий спрашивает: чем вы чистите свои монеты? Они говорят: ну, соляной кислотой, разбавляем водой. Нет, говорят, а я чищу формалином. Смотрите, а это очень вредно. А он сидел у входа в канцелярию, потому что там телефон в кабинете, чтобы не прослушать телефонный звонок, он у входа сидел. Мы приходили, закрывали свой нос, рот. Такой страшный запах, понимаете? А он спокойно сидит, как будто чего-то варит. Он по характеру был немного нетерпеливым человеком. И когда находились какие-то металлические бронзовые вещи, ему хотелось скорее все это почистить, увидеть, что под этим кроется. И он дышал этим формалином, он, собственно, сжег себе. Этот метод все знают, но этот метод очень вредный, поэтому его никто не применяет. Когда умер Савицкий, мы его даже еще не успели похоронить, ждали его тело из Москвы, чтобы предать его земле в Нукусе. И приехала комиссия, которая хотела у нас забирать экспонаты из нашего музея. Я еще была слабым очень человеком, слабым руководителем, мне даже приходилось плакать. И были такие отчаянные моменты, когда мне пришлось действительно просить помощи у отца. Он, конечно, безусловно, имел влияние благодаря своему авторитету, но он меня сразу как-то вот как облил холодной водой, сказав, что если ты что-то отдашь из этого музея, ты не моя дочь. Ты не должна подписывать ни один документ. Каракалпаки хотели похоронить покойного на мусульманском кладбище. Советский, так звали Игоря Витальевича, горожане. Даже сегодня в Нукусе бывшую улицу Советскую часто называют улицей Советскую.
Музей на колесах бывает в самых дальних селениях и стойбищах. А сейчас картины привезли в летний лагерь трудновоспитуемых подростков. Думаю, что это для скромного художника, скромного археолога, скромного чиновника и великого коллекционера настоящее признание. И пусть порадуется бессмертная душа Игоря Витальевича Савицкого, которому исполнилось 100 лет. И мы порадуемся и вспомним этого удивительного человека. Путем, в общем, Карколпакия стала каким-то уже очень родным местом. И музей как-то стал уже главным в жизни. Таким путем это и остался я здесь. И не мыслю себе другой жизни. Хорошо получилось. Слушай, он 34 года провел в пустыне. Савицкий, ты бы смог так? А что делать? Наверное, смог. Наверное. Thank you.
Однажды мы стали большой хум. Это большой кувшин, сейчас музей стоит такой. Хум. Но черепки как-то не сходят. Нельзя, некоторые черепки нельзя склеить. А чтобы его гипсом укрепить, должен кто-то там сидеть внутри этого кувшина. И товарищ, надо найти мальчика, чтобы он поддерживал оттуда этот кусок. Он тяжелый, только толстый. А я с этой стороны гипсом буду закреплять. Так. А говорю, зачем мальчик? Я мальчик. И он залез туда. И он поддерживает сиденье. А я в основном этот гипсом заполняю. Так. И так за сутки мы весь кувшин восстановили. Вдруг кто-то прибежал. Парткомиссия идет. Вошел человек такой. Ну, партийец такой. Обычно говорят, как будто он аршин проглотил. Вот такой прямой такой. Где ваш директор? А мы смеемся. А он сидит в кувшине. Где директор? Мы боимся сказать. Там в кувшине сидит. Я здесь. Я здесь. Как это? Директор в кувшине сидит. Я здесь. Потом мы повалили кувшин, а ведь он там стрял. Мы весь кувшин восстановили. И оттуда вылез. А он вскочил, как лесовик, Саревичок, лесовичок. Волосы торчат, весь грязный. Весь эти, в старой пижаме стоит директор. Вы директор? Говорит, да, говорит, я директор. А что вы делаете в кухне? От партии прячетесь? Нет, говорит, я работаю.